Мобильные юристы, медики, даже парикмахеры и слесари доберутся до каждого района области. Многофункциональные мобильные приемные продолжают свою работу. Консультации специалистов и реальная помощь – все в одном месте, быстро и бесплатно. Как проект «Единой России» оценили жители Нефтегорска, расскажет Екатерина Деменчук. Здесь и бесплатная стрижка, и консультация юриста. Со своими проблемами жители Нефтегорска пришли в здание местного культурно-оздоровительного центра. О коммунальных счетах или куче мусора во дворе рассказывают представителям власти. Я считаю, что это важно, это очень хорошо. Я, например, довольна, что меня выслушали и сказали, примем соответственные меры. Многие вопросы, которые звучат, они характерны не для какого-то отдельного района, да, где мы встречаемся. Они характерны для всей нашей Самарской области. Поэтому вот этот пульс важно чувствовать постоянно, а не только от выборов к выборам. Свои вопросы задают и работники культуры. Отвечает на них заместитель главы областного профильного министерства Ирина Калягина. Участники встречи уверены, к решению проблем должны подключаться на всех уровнях. Если мы, как местный орган власти, выезжаем в поселение, встречаемся с людьми, и это нужно, то когда приезжает власть другого уровня, обсуждать даже нет смысла, что это необходимо. Многофункциональные мобильные приемные выезжают еженедельно по всем районам области до 31 октября. За это время помощь получит порядка 10 тысяч жителей региона. Екатерина Демичук, Александр Ерофеев, Новости губернии, Нефтегорский район.